Товарищ генерал-майор, рядовой Оськин. Здорово, Оськин. Здрасте. Ты это, золотую рыбку видел? Никак нет, товарищ генерал-майор. Это я. Пойдем. Могу исполнить 3 твоих заветных желания. Ну что, хочешь? Хочу, товарищ генерал-майор. А можно, чтобы меня из армии комиссовали? По инвалидности. По инвалидности? По инвалидности можно. И чтоб старшину роты паралич разбил. Ты уже неплохо. Ну куда вы разбежались-то? Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Катерина Андреевна! Теща моя. Бери. Бери, бери. Не стесняйся. Отпусти. Шура, Шур. Да отпусти ты, гребаный конюк! О, старшина, погляди на поступки! Как тебе это нравится? Ты что? Виноват. А может, и у тесаком, а? Да нет, Жур, всю ночь промаемся. Оськин, иди сюда. Держи фонарь. Ага. Жор, только смотри, чтобы на вылет прошла. Учи ученого. Парень молодец, животных любит. Выше, выше. Выше. Держи. В форсайтах. Тише. Читал? Нет. Автор Голсуорси. Чего смешного? Борь, пусти меня. Не могу. Сегодня Наташка приехала. Вся какая-то нервная, обидчивая. Все ж таки, меня папу. Боря, скажи, пожалуйста, только правду. У тебя с ней ничего до меня не было. Ну что ты, Мариш, я же говорил, дружили. Боря! Ульшан! Ты уже книгу выбрал? А то нам на дежурку пора. Да иду! И мне какую-нибудь захвати приключенческую. Типа «Всадник без головы». Ты
что ты делаешь? А? Иду из библиотеки, пап. В 2 часа ночи? А ну, марш домой. Пап. Пап, а что случилось? Пап. Пап, что, тревога, а? Хаитов повесился. Планшетист. Боже. Стронгуляция, товарищ подполковник. Кто его обидел, а? Да кто же его обидит, он же чичерпак. Товарищ полковник, его советский по матери мутюкал. Я слышал. Козел. А, вы слышали? Я ему цель номерную давал, а он что-то пел за заунывное. Ну, я и говорю, нехорошо, Леша, петь на дежурстве. Товарищ подполковник, на минуточку. Прощай, рая, ни в чем тебе не виню. Прощай, нет жизни без тебе. Целую, Алимжан. Под матрасом нашли. Какая рая? Какая рая? Наша телефонистка со штаба, ни кожи, ни рожи. Она, видать, парню не дала, гребаный конюк. Не, ну всем давала. Так точно. Где у него сигареты? В шкафу, в ящике. И мне возьми. Угу. Ты его хорошо знала? Да. Грустный такой. Татарин. Книжки любил читать. Бедный мальчик. Боюсь, у папы неприятности будут. Лучше бы его совсем уволили. Уехали бы отсюда к черту. Я тебя не понимаю, Наталья, зачем ты вообще вернулась? Жила бы себе в Питере. На следующий год точно поступила бы. Какая гадость эти сигареты. Между прочим, всему плохому я научилась у тебя. Мускатом заешь, нюхать будет. Ты смотри, мой ребеночку в подоль не принеси. Перестань. У нас другие отношения. Что же вы делаете по ночам? Книжки читаете? Мы беседуем. Отлично. Блестяще. Совсем обалдела. Последний стыд потеряла. Ему тебя уже раздевать лень. Должен думать! Печку. Прости меня, Наташ. Мне очень стыдно. Младшая или старшая? Не могу сказать. Ну ты прикинь. Старшая лучше. Хотя младшая тоже, дай бог. Почему одним все, а другим ничего? У нас тут с Тимошенко через пару дней день рождения.
чей транспорт? Мой. Из металлолом собрал. А вино откуда? Из деревни. Пантелеев, это, кажется, из твоего взвода. Пять суток. Гауптвахта. Еще пять суток. Гауптвахта. Итого 30 суток гарнизонной гауптвахты. Товарищ солдаты. 25, товарищ старший лейтенант. Что? 25. 5 на 5, 25. Почему не по форме одет? Старший лейтенант, командир зовет. Парни, прикурить дайте. Да ё-моё, что здесь происходит-то вообще? Хаитов повесился. Как? Умерля. Как? Умерля, Хаитов. Упал от маза, одел и повесился. Умерля. Оськи, а? Тебе есть невеста? Нет. К тебе девушка приехала. Говорит, что невеста. Аня? Не может быть. Ну, как хочешь. Она на КПП ждет. Дядь, Генцук! Ну, такая светленькая. Аня. Никто не приезжала. Кушать нету? Ты чего, Оськи? Уралымдан сәлем.
фашисты. Округа на основании. Я ему говорю, с чего это? Я что, с крыши упала в твою татарию ехать? Ну, правильно, да? На основании предписания. Виктор, блядь, в чем я виновата, если у него крыша поехала? А ты не виновата, не виновата. А что на меня повзводно ходит смотреть? Рай! Ну пошли вы нахрен отсюда! Две близняшки – это класс! Одной жопка такая маленькая, кругленькая, как бублик, а второй большая, широкая. Тише! Слышали, а? Гром! Жигинцуков говорит, это Хаитов покойный. Ира. Его душу теперь на тот свет не пускают. Да, он откуда знает. Тот мусульман. Да поднимай! Этот мусульман. Логики не вижу. Мне вообще вчера показалось, что он у меня за спиной стоит. Так, тему сменили. Как книжка-то? Ничего, о семейных разборках. А действие где происходит? В Англии. О, в Англии полно привидений. Тимошенко за мной. Есть. На втором крокодиле стопор сорвал. Кульшан, остаешься за старшего. Так я ж под арестом, товарищ старший. 5 минут готовности. Вперед. Ну куда? Ну куда он мечется? Ну чего к ночи по лесу шастать, а? Ну куда он? Гроза. У всех психов в грозу повышенная нервная возбудимость. Теперь до утра не успокоится. Сопровождаю нулевую по 6-му каналу. Нулевую. Чисто. Дальность 33. 30. Скорость 25. Боря! 20. А ты можешь купальник срифмовать? Дальность. Какой контекст? 7. Ты хочу, чтобы одна там фотографию в купальнике прислала. Дальность 35. А если ты вообще дать объявление в газету так и так? Молодой предприниматель организует конкурс. Шлите свои фотографии. 8. Пришли мне фотографию в купальнике, повешу у себя на умывальнике.
умывальнике? Цель приближается. Нормально. Скорость не меняется. А к тебе призрак приходил? Приходил. К тебе пошел. Слышь ты, беженец, заткни пасть. Один уже насвистел. Я не беженец. Я в Ростове живу. Все равно заткнись. Сам заткнись. Сейчас наш призыв. Король. Понял? Надя давался, блин. Борзеет. Они на реликву полезли. Там дерево рядом упало. А Большакова за топором послали. Но он пока к машине бежал, в кустах увидел привидение. Ну, это вы знаете. Ну да, да, да. Испугался, часа два на дереве просидел, пока его Пантелеев не нашел. А Пантелеев сам что говорит? Возмездие я с вас дам. В каком смысле? Как-то он сильно возбудился в последнее время. Ладно. Не пьет полгода, и на том спасибо. Это Шевенцуков воду мутит, товарищ подполковник. Надо его изолировать. Попытки захватить Грозный, власть в городе остается у Джохара Дудаева. Правительство республики утверждает, что против них воюет не чеченская оппозиция, а Россия. Доказательства – русские военнопленные, захваченные вот. Недавно... Из-за таких Лукин утяи вешаются. Срок ультиматума, объявленного Огурчика. В течение 48 часов освободить пленных и разрушить. Республика... Бромки зель добавляешь? Добавляю. Уже почти забыл, значит, мало рей больше, чтобы у них не стоял, как качан. В понедельник кросс устроишь. В противогазах с полной боевой. Хорошо бы на лыжах. Это точно. Исполняю. Так снега нет. Снега у тебя нет. Солдаты у тебя, блядь, вешаются! Мой рапорт об отставке готов. Об отставке? А с кем я завтра воевать пойду? Армию. Кто будет реформировать? Взыскание получишь. Так, парня жалко. Ты мне лучше скажи, что у тебя тут за привидение появилось? Да так, чепуху болтают. Ты мне с этим привидением кончай. Тебе чего, боец? Пушкин! Грозного.
трое местных жителей погибли. Сторонники Дудаева утверждают, что в налете принимали участие и российские военные. Министерство обороны России это отрицает. Агентство «Чечен Пресс». Я звонил! Вот он будет! Все будет хорошо! Я каждый день! Все будет отлично! Все! Стоп! Стоп! Я каждый день вам! Сегодня мне что-то разорваться! Не солдат вешался из-за девушки, а наоборот. Извини, не понял. Второй день в библиотеку никто не ходит. Совсем никто. Призрака боятся. Наверняка разыгрывает кто-нибудь. Разыгрывает, не разыгрывает. А мне сегодня часовой на пост отказался выйти. Чушь какая-то. Средневековье. Все правильно. Дочка. Как там Питер-то? Как настроение? Как тетка? Молчишь? Ничего не рассказываешь, а? Пап, я пойду пройдусь воздухом. Перед сном подышу. Воспитал. Мариночка, ты разве никуда не торопишься? Нет. Какие красивые. Возьмите, у вас тут цветы лежат. Замерзнут. Здрасте. Жалко. Здравствуй, Наташенька. Вернулась уже? Дней 5 назад. Очень красивый букет. Даже не знаю, откуда они тут взялись. До свидания, девчонки. До свидания. До свидания. Думаешь, это ей? Нет, ему. Блядство, а не российская армия. Прости меня, Наташ. Если бы я знала, что для тебя это так серьезно. Да что ты, Маринка? Он же кретин. У тебя с ним что-то было? Первый раз пришел с вином и шоколадкой, а второй раз кальсонок с яблоком. А он клялся, что нет. А он стихи тебе свои читал уже. Старался не слушать. Маринка. Мы себе таких женихов с тобой в Питере найдем. Забрый. К черту. Пусть
не созрел я для поэта. И манит больше суета. Я посвящаю песню эту. Песню? Образно. Как звать? Лена. Лена. Лена, Лена, Леночка, Ленок. Тебе, Елена, и звезда. Другую рифму к звезде придумать можешь? Да пошел ты. Дежурный поворот на выход. Человек, придурок, где Гуша? В бытовке. Боря. Узнаю, кто цветы ворует, живьем твою. Больно! Здравия желаю, товарищ старший прапорщик. Собрался куда, Гульшан? На губу готовлюсь. На смену поедешь. Дежурить некому. Как некому? А Большаков? Заболел. Не-не-не. Старшина, у меня 30 суток ареста официально. Машина ждет. Через коммутатор позову. Ага. Товарищ подполковник, передайте, пожалуйста, вашей дочери, что сегодня трахаться не приду. Шак, ну что же ты делаешь? Сука ты такая, я тебя сколько раз выручал. Боря, ну ты мне как брат, ты же знаешь. Но я его видел, как тебя в двух метрах. Кого? Хаитова. Я больше на смену не вернусь. Лучше в дисбат. Вовчик. Да если даже Хаитов, он тебе все равно ни хрена сделать не может. Он же умер, понимаешь? Что тебя из лёта училища выгнал? На учебном истребителе полетать захотелось. Угнал, что ли? Чё сразу угнал? Полетал и вернулся. Да. Нет дисциплины. Шур, ты что там с мечами делаешь? Но с Иваном нельзя вешаться. А этот взял и повешался. Не поеду я никуда, никуда я не поеду! Что, Стасик, не поедешь? Я тебе приказу! Ты присягу давал? Егор Саныч, он у меня перед носом проскочил, ну прям как вас видел, Егор Саныч! Морозов, ну что ж ты нет, делаешь, нет, ты позор! Нет, Егор Саныч, ну, мне 40 лет, поймите, же не могу ладно, я... Ладно, товарищ прапорщик, собрал. Егор Саныч, умоляю вас! Эх ты, Морозов. Печенье взять? Не надо. Сам возьму. Пойдешь, курс все равно, а то чай стоит. Есть. Гребаный конек. Боря, а то, что ты год в училище проучился, тебе в срок службы засчитывается? Засчитывается. Значит, ты позвонишь скоро дедушка. Ну. Надо бы все такими были. Какими? Демократичными. Угу. А я слышал, ты на гражданке в цирке работал. В зоопарке. Клетки убирал. Ну и как? Обезьяны очень смешные. Ага. Я однажды видал у гориллы.
Интересно. Алло, пойду разберусь. Один чувак познакомился в увольнительной с девушкой. Но она ему не давала. Целоваться, зажиматься, пожалуйста. Они же поясы ни в какую. Кто-то ходит наверху. Ветер гудит. Короче, он украл в оружейке гранату и пошел самоволку. Довела, сука. Начали с ним по обычной программе. Как дела туда-сё. Она только его за руку, а он и в другую гранату. Держи, говорит, дура, крепко. Взорвемся. Она как столб застыла. Взорвались? Нет. Трахнул по полной программе. Ну, правильно, у нее же руки заняты. Короче, ему это дело понравилось. И пошел он с гранатой к жене взводного. Ну-ка, встань. Сиди, Оськин. Тебе дедушка разрешает. Кончай баловать! Что делаете, а? Товарищ капитан, не открывайте, это Хаитов! Что за бред? Кто там? Товарищ капитан, это я, Конёк! А я чили сломал. Равняйсь! Сирно! Равняйся на середину! Товарищ подполковник, полк по вашему приказанию построен. Дежурный по полку капитан Смирнов. Тащи солдаты! Вы позорите армию! Вы засранцы, наркоманы и трусы! Но я не допущу, чтобы какая-то непонятная херня
подрывала мне боевую работу. Если есть добровольцы, готовые искоренить ее, два шага вперед. И это наследники боевых традиций Суворова и Кутузова. Или среди вас нет таковых? Добровольцы будут вознаграждены. С остальными по плану. Товарищ полковник, нам бы третьего для подстраховки. Оськиным, поподстрахуемся. А что? Ладно. До отбоя свободны. Спасибо за вчерашнее. Да ладно. Как будем действовать? Разберемся. Оля. С Оськиным посоветуемся. Ладно, ну тогда я пока. Давай. Слышь, Геныч, чё Пантелей выдал? Если, говорит, с одной стороны дороги посадить яблоневое дерево, а с другой ветвистую смоковницу, какие плоды упадут первыми? Подумай, говорит, Тимошенко. Ты бы это, держался от него подальше. Видать, он опять поплыл. А как ты относишься, Мариночка, к парапсихологическим явлениям? Я даже не знаю, что это такое. Мариночка, ты знаешь, что ты единственный луч света в этом темном царстве. Петь, давайте вам лучше по Чехову погадаю. А можно мне погадать? А вы у нас разве записаны? Извините, товарищ лейтенант, у меня ночью серьезное задание. Хорошо. Какая страница? 23-я. Абзац. 3-й сверху. Зашел с наивной девицей, то есть попросту обольстил ее, пожил с ней месяца два, да и бросил. Глупость. Петь, расскажите лучше что-нибудь интересное. Марина, диагностика кармы. Замечательные книги. Ты не засиделся, Кульшан? Замечательная книга Лазарева. И вы знаете, я прочел целых 3. В этих книгах Лазарев объясняет закономерности связи сущего. Закройте, пожалуйста, дверь. Дует. Ага. Так вот. Здравствуй, Боренька. Привет. Ужасно рада тебя видеть. Почитать хотел? Ну да. Пока время свободно. Ты что, боишься ко мне подойти? Почему? Ужасно рад тебя видеть. Ты очень похорошела. Значит, еще больше? А мы бегом! А помнишь, как ты мне здесь песни пел? А? Где ж теперь твоя гитара? Старшина разбил. Ты надолго приехала? Не знаю. Хочешь, не уеду. Ты меня спрашиваешь. Ну ладно. Между прочим, от бани. Приходи ночью. Я ведь к тебе приехала, дурак. Добровольцев. Есть. Оськин. Это хорошо. В привидениях разбираешься? Нет. Ничего. Как стемнеет, будем брать. Куша, ну-ка покажи ладони. Зачем? Хуже будет.
Погадать решил, старшина. Не погадаю, летчик. Видал? Товарищ Савицкий, я вам придан. Здорово. А что мне делать? Пердеть и бегать. Свидетелей будем допрашивать. Блин. Кто проход вперед? Затем поворачиваешься налево. Там выходит тропинка вниз. Когда уже выходит тропинка вниз, то поворачиваешься на 180 градусов. И ты выходишь, встаешь вперед. Немножечко вперед проходишь, метров 100, а и там поворачиваешься налево. И когда я же пришел, то стоит лысый камень. А там уже проходит дальше. Где вы когда проходите? Нет, это там это как раз КПБ. КПБ как раз не ходит в этот же. Да, раньше у него только шея плохо поворачивалась. А теперь вот видите. Мальчишки, там супчик из свининки. Перекусите? Ох, солдатики. На лихое дело посылают. Справимся. Ну, небось, голодные совсем. Да не. Здравия желаю. Мы, собственно, по поводу призрака. Свидетельские показания собираем. Леса двигалась и гремела, будто чем-то железным, а изнутри огонь. Спасибо, Зинуль. Ну, удачи вам, мальчики. И, как говорится, чтоб дети были. Зинуль! Иду! Закусывай. Когда я пил последний раз? На проводах. Ребят, я в учебке лучше всех учился. Все тактико-технические данные на память знаю. Почему у меня старшина на кухне второй месяц ставит? Какая от меня польза? Боря, ты ему больше не наливай. Мужики, а давайте после армии встретимся. У меня в Орле. Я вам зоопарк покажу. Салага ты. Вонючая. Вот дурень, блин. Стой! Стой! Привет, ты что делаешь, блин? Стой, блин! Стой! Стой! Стой, я сказал! Приятного аппетита. Значит, план такой. При встрече бить ему между глаз, а не бежать с мокрыми штанами. Ясно? Так точно. Ген, а ты в загробную жизнь веришь? Чую. Вообще. Сидите, братцы, сидите. Товарищ полковник, а брать живым мертвым? Все равно. Старшина, выдышим по два боевых после отбоя. Слушаюсь. Так-то вот, Оськин. Один чувак стоял на посту. И вдруг слышит шелест за спиной. Будто кто-то зовет. Оглянулся, а там змея. Метра полтора. Стоит на хвосте, качается и смотрит. Он автомат сорвал, прицелился, но не выстрелил. Пожалел. На другой день его опять на пост. А змея тут как тут. Уже караулит. И так целый месяц. Он по лесу бродит, только слышит в кустах. Ш-ш-ш.
Значит, пришла. Как собака за ним ползала. Животное, бля, а понимает. А через месяц ему из дома письмо пришло, что его невеста замуж выходит. Он кротнул. Отпусти на 3 дня. Мамой клянусь. Ага, сейчас. Короче, его опять на пост. Стоит он гонимый под звездным небом. И так ему тоскливо стало. Снял он автомат с предохранка, приставил к сердцу и на курок. Осечка? Наповал. А утром его нашли. Лежит в лесу. Руки раскинул, а на груди змея. Мертвая. По небу самолет зигзагом, а мне убитым лежать во враге. Стихи. Значит так, Оськин, ходишь по диагонали, мы по периметру. Первый выстрел в воздух, второй в него. Ясно? Ясно. Ну-ка, вы знаете, у нас в учебке был один парень, ему капитан сказал, если съешь килограмм дерьма, я тебя на дембель отпущу. Ну и что, отпустил? Он не съел. Давай, Оськин. Ну, Шур, бывай. А если убью? Бессмертную душу нельзя убить, Шур. Только напугать. А. Ну, за что выпьем, Сереженька? За нас с тобой? За юбилей? За победу. За 9 мая. Магнитные линии. Ролейку ремонтировать надо. Ну, неужели нельзя до завтра отложить? Верно, что ты такое говоришь? Играешь на руку вероятному противнику. Хочешь, чтобы над нами Руст пролетел? Так он же уже пролетел. Кто? Ну, ты говоришь про того мальчика, который приземлился на Красной площади, нет? Просрали армию. Не ругайся, Сереженька. Вера, ты за кого замуж выходила? За офицера. Ну вот. 3 разжалованного. Раны хороните, товарищи. Думаете, кончился Пантелеев? Скис. Зря. Старший лейтенант Пантелеев еще жив. Он еще не сказал своего последнего слова. Старший лейтенант Пантелеев еще всех удивит. А лизать, товарищи генералы! Он никому не лизал! И лизать не будет! И последние станут первыми! Не закрывай! Не закрывай! Не закрывай! Я не хочу сидеть! Открой! Не имеешь права закрывать! Я дом подожгу, я отравлю людей! Я не хочу!
отсюда! А ну пошли! Кыш! Мразевич! А ведь негде! Все воют, воют. Спите. Ты все собираешься с вами поговорить? И никак. То одно понимаешь, то другое. Еще храплю, как паровоз. И мешает вам? А вы со мной просто как няньки возитесь. А я и рад. Мама ваша меня бы за это очень поругала. Растил я вас как умел. Ничего не скажешь. Но воспитал, я считаю, неплохо. Да, неплохо. И пора вам уже не с отцом возиться, а свою личную жизнь устраивать. Да. Пора вам, понимаешь, девочки, на широкую жизненную дорогу. Пожалуйста, я тебя слышала. Он ушел. Ты кто? Солдат. Что вы здесь делаете, товарищ солдат? На посту стою. Идите отсюда, нет здесь никакого поста. А это ты мне цветы подбрасывал? Я. А ну иди сюда.
Давай, давай, иди сюда, я не вздумаю убежать. Я тебя видела, теперь тебя все равно узнаю. Как зовут? Гена. Это тебе что? Помидоры. У старшины украл. Цветы кончились. Как вам не стыдно, товарищ солдат? Вы меня за кого принимаете? Я по-вашему что, телефонисточка, что ли, какая-то штабная? Понабирают в эту армию какую-то несчастную идиотов, потом мучаются с ними. Мне что, по-вашему, витаминов не хватает? Идите отсюда, то я все мужу расскажу. А в американской армии вас бы вообще на 14 лет посадили за воровство. Ты еще здесь? Да. Ты откуда? Из Владимира. Ну, что ты стоишь? Садись. Ну и глупый ты парень, Гена. Владимир, что, девушек хороших нет? Скучные? Ничего. У него еще скоро баклажаны нарастут. Хотите? Ну, набралась же я. У меня, между прочим, сегодня годовщина свадьбы. Поздравляю. Жена алкоголичка, муж сумасшедший. Ты тоже думаешь, что он сумасшедший? Ты товарищ старший лейтенант? Здесь все так думают. Завидуют. Он умница, светлая голова. На нем вся станция держится. Ты представляешь, он даже телевизор своими руками собрал. Просто нервное напряжение большое. Сутки спишь, сутки дежуришь, сутки спишь, сутки дежуришь. Голова уже совсем не работает. Это точно. Я не в том смысле. У него это после Афгана началось. Купил себе роликовые коньки, одел и поехал в них на развод. В знак протеста. Его и разжаловали. Из-за пацифизма? Да нет. Он, наоборот, против вывода войск протестовал. От заикания, между прочим, гипнозом лечителя нужно очень сильно напугать. А как? Да, действительно. Холодно. Маму помню. Ездили к ней осенью в больницу. В сквере сидели. На маме цветной халатик, много листьев. Если бы мама была жива, у нас было бы все по-другому. Что ты имеешь в виду? Между прочим, Мариночка, я вообще могла тебе ничего не говорить насчет свидания. Но в отличие от тебя, действую исключительно благородно. Хорошо. Если он придет, я уеду. Если нет, уеду я. Ты уже однажды уезжала. Ты оставался. Ты ему все позволила? Как и ты. Дура. Ты не лучше. Но ты старшая сестра, могла бы быть поумнее. Ух ты! А я здесь призраков ловлю. Ладно, я пошла. Куда? Стой! Ну, стой, ну подожди. Пусти. Подожди. Посидим, покурим. Убедилась? Да, подонок. Ну что ты, Марин, я здесь на посту. Да у него вообще уже все чувства атрофировались. Ладно, атрофировались. Тоже меня атрофировались. Марин, ну я прошу. Наташ. Так ни чести, ни совести. Хорошо, тогда уйду я.
Пока. Наташ! Наташ! Я только зашел сказать, чтобы она меня не ждала. Не ври. Не вру. Не ври. Не вру. Пусти меня! Там кто-то дверь держит. А? Боря? Спокойно. Борь, не стреляй. А что, если он призраком, все равно ни хрена не будет. Слышь ты, баран, я тебе сейчас башку нахрен отстрелю! Считай до трех! Раз, два, три! Что? Что? Ноет. Ноет. Ах ты, господи, видно, ты много раз сделал на старости, а это... Нет, ну ради кого? Ты только посмотри на него. Бревном приперли. А кто это мог сделать? Старшина мог бы. Допрыгались. Угу. Чего папе скажем? Помыться пришли. А где тогда наши полотенца? Борь, сделай же хоть что-нибудь, а? Ой! Ну? Можно я вас подержу полминуты? Полминуты прошло уже, пусти. Нет еще. Ты заикаться перестал. Пусти. Окно закрой. Вот здесь только. На кнопочку. А то представляешь, я все шью, шью. Шью, шью. А показать-то некому. Одни собаки бегают. Вот сфотографируешь меня, хоть память останется. Пока тут моль все не съела. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я иду. Господи, где же она? Покажи мне, пожалуйста. Боречка, Боречка, миленький, а? Борь. Маринка, в конце концов, куда нам торопиться? Жизнь не так короткая. Боря, если нас сейчас тут с тобой застукают, она у тебя еще короче будет. Ah!
Смотри. Да, и посмотри. Не трогай, говорю. Успокойся. Натура-то такая. Ну успокойся, ну чуть-чуть только кожу содрала. Ну не плачь, йодом помажем. Между прочим, это он все убрал. Там в Москве живет, он в Химках живет. Я в списках личного состава смотрела, в нем вообще ничего положительного. Скоро лет, Наташа, едем на море. Забудем этого дурака. Девоньки, милые, а давайте встретимся сразу после моего дембеля. 1 августа, часиков 6. Можно в Питер? У меня одного всадника. Я серьезно. Ты будешь готов сделать предложение? Mm-hmm. Да? Первый, кто придет. Я вышел. Ух, юбка. И что вы здесь делаете? Папа, нас тут заперли. Конек. Да-да. Ты это... Что ты здесь делаешь? Я? Это что? Бордель! Товарищ полковник! Я люблю вашу дочь. Интересно, какую? Ты что это? Куришь? Пап, мало того, ты еще, может быть, двойным дедушкой станешь. Так, ладно. Мне пора на пост. Я вас... вам... к тетке с вещами. Воруешь, сука. Болит? Летчик. А? Убью. Снимай. Ну, снимай. Товарищ прапорщик, автоматику не видели? Они в лесу. Спа. Делова.
Может, он память потерял, а? Перестраховался, товарищ полковник. Вы двое сдать оружие. Вот. Вот, товарищ подполковник. Товарищ старший лейтенант, оделись. По городку бегали. Выли. О, автоматик мой. Ну, а потом... Должен будет. Потом в лес побежали. Ну, что ж ты так, Сергей Владимирович? А? Телефонограмма. Аитов, это ты? Да? Ну что ж ты, ходишь за мной? Я ведь не виноват, что так все случилось. Ты ко мне хорошо относился. Я к тебе хорошо относился. Я тебе постель много раз заправлял, помнишь? И у меня тоже есть девушка. Я тоже могу повеситься, правильно? А рай в округ перевели. Понимаешь? Так что даже не знаю, чем тебе помочь. Но мне очень жалко, правда? Шугин Цуков целыми днями плачет. Ему теперь помолиться-то не с кем.
На станцию. Помоги скорее. Тут ближе. Скорее! Блин. Беги, беги, Морозов. Мы не торопимся. Слабо, ну в конец обнаглели. Ну что же ты? Пугал всех. Все думали, призрак. Наверное, лосиху искал. Да нет, призрак Пантелеев. Его старшина поймал. А. Немного не дотянул. Ты что, салага? Ладно, пойдем. На станцию опоздаем. Ну все, Оськин, прощай. Наверное, увидимся. Скажешь ребятам, чтобы книги жене капитана Смирнова сдавали. Да не расстраивайся так. Все-таки не человек. Ну где вы там? Оськин! Передай Кульшану у медного всадника, как договаривались. А сам через год приходи, она всех ждать будет. Кульшан, чур мой. Не дождешься. Чиночки согрели. Что ж ты делаешь, паразит? Совсем сдурел? Ну-ка, руки убери. Убери руки. Отчай. Ты и так хромой, как ты не понимаешь? Отдай мне плоскогубца. Плоскогубца отдай! Полина, держи папу! Стой, подожди. Пап, ты чего? Уйди сюда. Егор, послушай меня. Мне, тебя, всю жизнь через трубочку. Куда ты? Не надо никого не видать. А мне сюда. Ты на машине на место. Ну, Егор, ну куда ты идешь? Ну, подожди. Ну, Егор, ну тебя пожалей. Ну, нас пожалей, в конце концов, Егор. Магнитные линии.
один чувак, короче, татарин, влюбился в Трифонису и повесился. После этого, короче, в городке появился призрак. Смотри. Красиво. Ловить его вызвали стрит-проводить. Один бывший курсант, один дембель, ну, один молодой. А у командира этого городка было две дочери. Вот. Thank you.